Всем привет, меня зовут Орехьева Виктория, я журналистка Soda Project. И сегодня меня задержали на второй работе, прямо в студии красоты, и привезли сперва в один отдел полиции в Селышко, потом в другой. После меня привезли, то есть там составили по-быстрому в 128-м отделе полиции в Селышко, меня составили по-быстрому протоколы по поводу того, что я по 20.3.3 поводом стала акция с крестами от 7 августа этого года. В протоколе написано, что именно я делаю эту акцию, ну, поскольку не смогли найти никаких активистов, которые проводили эту акцию, поскольку там все-таки у нас карьер, там люди купаются, там деревья, там особо некуда прилепить камеры, и активисты, я так понимаю, не были замечены. Хотя, кстати, полиция провела даже какую-то, короче, экспертизу, в плане они пытались найти отпечатки пальцев на крестах. Вот. И меня привезли, получается, сюда и отменили сегодня заседание, перенесли заседание на завтра в 9:30 в городском суде города Всеволожск. У меня будет заседание.